А вот что-то тут, я смотрю, пеньков что-то много. Что-то случилось? Пеньков? Это результат ухода или как? Нет, это пилили давно, в прошлом году, еще позапрошлом. А кто пилил? Ну, было здесь, разыскивали этот вопрос. Был ну, так. Нашли? Нет. А вы представитель лесничества, можешь представить? Я вот Александр Хлынцов, Чугунов корреспондент. Алексей. Взгляд инфо. Да, очень приятно. У меня удостоверение есть. Да, да, да. Да. Вот у меня тоже есть удостоверение, только оно дома. У нас вот при себе мы обязаны иметь документы всегда. Понятно, понятно. Ну, мы вот сажали вот эти рощи вельметовых сосен. Сейчас вот следующей весной мы подготовили 8 сосен, подчислили все после хили. И будем здесь тоже везде сажать сосны. Вы не нашли тех, кто пилил, нет? Нет, тех, кто пилил, не нашли, но в данный момент здесь вот мы приготовили, все будем засаживаться. Но мы вот в данный момент ухаживаем за этими местами, за родниками, восстанавливаем родники. Прекрасно. Да, у нас прекрасно. Есть ряд похвальных грамот. Занимаемся мы этим с 85-го года. И довольно-таки вот, и вот это все будет засаживаться. Хорошо, надеемся. Для инфо. Звоните в редакцию, приглашайте, когда все засадится, мы посмотрим. Ну да, вот это мы сажали. Приедем. В этом году мы сажали эти деревья. Да, и здесь тоже сейчас будет засажено все. Вот именно этот мужчина, на телеге вывозил отсюда бревна. И именно этот мужчина пилил электрической пилой вот эти пеньки. Это было 3 мая, я первый раз снимала. Он пилил март, февраль, январь. Он пилил все лето, именно конкретно вот этот мужчина, который вам представился, Чугунов. Он сбил, вот он и сейчас стоит, он смотрит, он прекрасно меня узнал, он меня видел, здесь я ходила. Он сбил большим экскаватором вот эту громадную ель, ель упала, а потом он ее опилил. И на телеге он ее возил вон в те ворота, вон в тот дом. Вот это я вот вам, я даже отвечаю за эти слова, я это видела лично. И пусть он мне в глаза скажет, что он меня здесь не видел, когда он пилил. Это вот эта территория? То есть, да? Да, вот эта территория. И вот эта вот территория. Вот. Ясно. И еще территория у пруда. Понятно. Спасибо. А вы пилили? Очень приятно. Я вас лично видел. Ну, мы занимались уборкой или пилили? Вы пилили с электрической пилой. Нет, мы занимались. А уборкой. Вы снимите вот это вот сейчас, а вот этот диалог. Я пришел именно для этого. Да. Мы занимались уборкой, все веточки собрали, все повальные деревья собрали, все сухие деревья собрали. А веточки потом выжгли. Вы электрической пилой вот такие громадные распиливали на маленькие пенечки и возили на телеге вон в те ворота. Мы убирались. А цельные деревья мы никогда не брали. И, кстати, вы под говоря, обязательно. Пилили деревья, я видела. Нет, такого не было. Вы что-то ошибаетесь, я как вы ошибаюсь. Это видели в данный момент. А вот уборкой мы занимаемся, это все здесь давно, и уже более 20 лет. Да, и все соответствующие бумаги я вам готов предоставить о том, что это сделано. Так что вы, наверное, неправильно знаете. А кто пилил вот здесь вот, это занималась Кумысная поляна. Они приезжали сюда, мы их вызывали. Управление. Да, управление, да. И они все это разведывали. У них есть по этому информацию. У дирекции Кумысной поляны и так далее. А мы занимались уборкой. Именно уборкой после того, как превратили этот срач. Вот это да. Вот все здесь был ужас, что. Мы этим весной занимались. Вот остались там даже веточки, да. Так что мы занимаемся уборкой леса, а не пилением деревьев. А кто испилил, вот вы говорите, большие деревья, это совершенно другая информация у вас. Не знаю откуда. Вот опять сейчас упали деревья. Я вас еще прошу, ребят, снять вон там. Там столько деревьев повалилось, мы тоже там сейчас будем пилить. Там громадное количество повалилось. Дальше вот. Да, 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 мы за этим, за всем ухаживаем. Там просто сейчас такой лесоповал упал. Я прошу обратить на внимание, здесь тоже валялось много деревьев, и гнилых. Вот дерево валяется тоже. Да, и здесь кроме... Более 30 лет мы ухаживаем за этими местами. Так что здесь, может быть, у вас есть такое мнение, информация, но она у вас не совсем правильная. Сейчас вот там, если возможно, пройдите еще, посмотрите, ребят, там уже что. Я могу вам, вот прям вот видно, где хорошо, дерево. Хорошо, я понял вас, да, я вас понял. Да, да, и это будем мы заниматься, чтобы наперед не было мнения о том, что мы будем пилить хорошие деревья. Там приходится заниматься вот такими уборками. Укол пруда упала, беседка, дерево. Снимите тоже, пожалуйста. Оно прям проломило. Мы тоже а его пилим. Далеко?
Ой, немножко, прям два шага пройдите, вот если возможно. Да, я там... понял. Да. Спасибо вам большое, ребят. Так что весной приглашаю на посадку деревьев. Более 80. Приглашайте. Да, да, да. И вот этот факт, что это я, пожалуйста, отметьте, что у нас... Мы здесь убирались в мусор, чтобы сажать другие деревья. Вы же спрашивали меня, вы шли, убирались, говорят, что вы пилите? Вы спрашивали меня, помните? Я лично видела, как вы пилили деревья. Ну, вы когда убирались, вот недавно... Не убирались, а пилили. Нет, вы когда говорили, что... Вы жгете здесь, что мусору и так далее. Помните, вышли здесь. Никогда я с вами не разговаривала и не имела такого желания разговаривать. Ну, как скажешь. А вот эта громадная ель, это тоже, наверное, с кумысной поляны. Ее сбили вначале экскаватором, а потом, когда я шла, все забежали в тот двор. Зачем забегать? Ребята, еще маленькая информация. Данная зона не входит в зону кумысной поляны. Вот и вы знаете, вот спилено дерево, потом вот эти вот все громадные распилы чугунов увозил на телеге, лично я видела в свой двор. Иду через день после того, как он отсюда все увез, сажей замазано. То есть было белое все. Зачем замазали сажей? Непонятно. И так вот со всеми пеньками тоже сажей замазано. Это я лично видела. Ну какой же здесь уход за деревьями, когда деревья-то громадные были, а никому они мешали-то? И почему он ими топит этими деревьями свой дом, я не понимаю.